Здравствуйте. Порету в эфире, и с вами я, Калашников против Фесту. Итак, я видео решил разделить при знакомстве с новым кондуктором МСК на две части. Намеренно это делаю для того, чтобы в первой части рассказать о комплектации и особенностях конструкции, а во второй, в режиме реального времени, скорее всего под какую-нибудь музыку, я просто покажу, с какой скоростью можно собирать корпуса. А именно под корпуса заточен этот кондуктор, он не является универсальным. Это изделие, которое напрямую заточено конкретно на сборку корпусов. При помощи шканта стяжки, либо просто шканта стяжки Minifix, либо конфирмата, например. Ну, то есть и в любой из комбинаций. Сейчас я вам показываю максимальную комплектацию, которая включает в себя внутри гильзового стакана и фрезу пятнашку, поскольку кондуктор именно на Minifix заточен. Но тем не менее, итак, есть два сверла фабричных, спиральных, с ограничительными кольцами, да, для того, чтобы выставлять глубину погружения в материал. Есть у нас две втулочки, пятерочки дополнительные, и в сердечник кондуктора вкручены три втулочки восьмерочки. Гильза, которая позволяет пользоваться присадочными сверлами от 2,5 мм до 20 мм фрезы включительно. То есть любой диаметр, где хвостовик D10, можно использовать в этой гильзе. Итак, давайте посмотрим, какие особенности есть еще у этой конструкции. Значит, сердечник 16 мм, и у нас есть внутри прокладки из нержавеющей стали шлифованной 2 мм и 2 по 1 мм. Сейчас я вам сниму и покажу. Да, вот они, миллиметровые. С обратной стороны 2 мм. Таким образом, к сердечнику добавляем любое соотношение из любой из сторон, для того, чтобы найти либо центр вашей плиты, либо, если вы работаете от базовой плоскости, какую-то из нужных вам сторон. Здесь есть хитрые гаечки, даже не гаечки, а шайбочки такие, которые прощают, если ваша плита не 16 мм или 18 ровно, на самом деле за каждой из шайбочек хитрых есть прокладочка резиновая. И даже в П-образной конструкции мы вполне можем работать, и это будет прощать вот эту вот неравность, так сказать, толщины материала. Но я, конечно, лично работаю Г-образной конструкцией. Она мне представляется намного более предпочтительной, чем П-образная. То есть я менее ограничен в своих действиях и меньше делаю движений на перестройку. При этом мне легче работать, поскольку у меня уже настроена будет одна из базовых сторон, и, соответственно, я буду просто быстрее делать то же самое, что будете делать вы П-образной, к примеру, конструкции. Вот. Здесь с каждой стороны есть такой винт с накаткой, который либо жестко фиксирует ограничительный флажок, либо вы прослабляете его, и он спокойно болтается. Тут в зависимости от того, нужен он вам или нет в данный момент. То есть здесь полностью реализована схема отказа от каких-либо вспомогательных инструментов. Только руки. И единственные настройки, которые вы будете делать с помощью шестигранника, это установка фрезы, либо ограничение глубины сверла. С обратной стороны вот есть шкала до 20 мм. Она предназначена для того, чтобы мы легко и непринужденно настраивали глубину погружения сверла. Это очень удобно в зависимости от того, с каким материалом мы работаем. Да? Берем наш ключ, отпускаем кольцо. Видите, у меня пальцы не сильно, так сказать, здоровые. Вот, я сейчас как получится, ну, я думаю, мы настроимся. Чтобы не пробить вашу, ни в коем случае, ни ваш материал не травмировать.
Видите, мне даже здесь не так удобно, но будем пробовать дотянуть винт и отстроить. Все, мое сверло, уже мне материал ни в коем случае не пробьет. То же самое мы будем делать и с пятерочкой. Опять же, пятерка у нас обычно работает под шток стяжки. Можно выкрутить, можно и с таким работать. Ну, то есть настроить и с через восьмерку, потому что тут только вылет сверла. Можно поменять, если хотите. Но мне это не нужно. Это лишнее абсолютно движение. Вот. Я вот так вот сдвину под шток стяжки. И мне вполне хватает его настроить. Все, пятерочка тоже настроена. Фреза пятнашка. У меня уже внутри в стакана. И у вас, если это будет полная комплектация, тоже. Для того, чтобы настроить ее глубину, или сначала ее зафиксировать, потому что она будет только прихвачена в комплекте. Значит, вам надо отпустить вот это стопорное кольцо до конца. Ну вот. Вот так вот. Вот таким образом держим стакан. Здесь у нас есть винт. Мы его откручиваем и либо вынимаем, либо вставляем в фрезу. В общем-то, вся настройка простая. Вот. И то же самое по глубине погружения. То есть, сдвигая по штоку стопорное кольцо, мы довольно быстро настраиваем его погружение. Это много. Это вот примерно так, да, бочонок. Фиксируем. И все. То есть у нас гильза настроена на бочонок стяжки, чтобы она не пробила вам ни в коем случае материал. Остальное мы будем уже в следующем видео рассматривать, вот, конкретно на конкретных примерах работы. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.